Книга «Открытым оком», том 1, тема «Крещение», вопрос 86. Я крестилась в 7 лет и теперь спросила у свидетельницы, как меня крестили. Она сказала, что первый раз меня окунули и больше не могли. Я кричала, ухватившись за края бочки. Тогда меня облили водой из этой бочки. Теперь я не знаю, крещеная я или нет, потому что наполовину крещеной такого выражения нет, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вот оно в полный рост юродивое православие, как сказал Пестель, при повешении которого боролась веревка. Несчастная Россия, даже и повесить не могут как следует. На такой случай нет ни одного правила, ни в канонах, ни в творении святых отцов. Я склонен считать, что вы крещенная, если крестил незапрещенный священник и все слова произнесены правильно. Пояснение о троекратном погружении пришло позже, и в Библии об этом нет ни слова. Но коль уж есть такое правило, а мы православные, то нужно его исполнять. Апостольское правило 49. Если кто епископ или пресвитер крестит не по Господню учреждению во имя Отца и Сына и Святого Духа, но в трех безначальных или в трех сынов или в трех утешителей, да будет извержен. 50 правило. Если кто епископ или пресвитер совершит не три погружения единого тайнодействия, но одно погружение, даваемое в смерть Господню, да будет извержен. Ибо не говорит Господь, в смерть мою крестите, но идя, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа.